Сегодня ветер такой. Не знаю, слышно ли меня. Ветер кошмар, похолодало. Но мы потихоньку собираем урожай. Дача мечты. Да уж, сегодня на даче мечты такой ветер. Разве что еще чуть-чуть, и был бы уже штормовое предупреждение. Вот сегодня наблюдал так. Орешки наши спеют. Меня спрашивали, дикий орех, лещина, как это так? А вот примерно так. Вот он, наш родимый. Я бы не сказал, что усеяно прямо, но есть, вот, вот он, красавчик. Вот, вот. Тут, на этой ветке, где он у нас? Вот он у нас тут, такой орешек. Так, для души, для поэзии. Ветер не дает не то, что говорить, даже придержать. Кошмар. Вот там он есть. Вот. Ну и, конечно, такие созреваем, созреваем. Уже скоро. Это даже двойной какой-то. Сегодня нам ветер не даст снять, так что сегодня коротенько, очерк. Чеснок, лук, огурцы собрали. 80 огурцов сегодня. Все, всем пока, спасибо. Думаем, следующее видео будет обширнее, плодотворнее. Спасибо всем, пока.